Глава вторая книги пророка Захарии. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему». И сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, — говорит Господь, — огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, — говорит Господь, — ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, — говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим нас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего.